Я вижу, ты не забыла, во сколько я выхожу из дома? Я о многом помню, Осман. Например, твои обещания. В тот раз мне пришлось разговаривать с твоей женой. Да, я кое-что слышал об этом. Я не сдала тебя. Спасла, пожертвовала собой. Айча, что у тебя с этим Джамшидом? Не будем обсуждать ненужные вещи, Осман. Я спасла тебя, но это только на этот раз. Айча, я не один во всем виноват, между прочим. Дорогая, я мужчина. Мужчина, понимаешь? Послушай, если об этом узнают, то твои тебя точно не пожалеют. И твой отец, и твой свекор тебя не пожалеют. Неужели ты это не понимаешь? Я ведь не здешняя. Попрошу меня перевести в другой город и уеду. А что тут такого? А вот твоя семья, твоя родня и твое окружение, все они здесь. К тому же не забывай, твоя жена дочь полицейского. Что ты от меня хочешь, Айча? Чего ты хочешь? Машину. Ладно, наказание ты божье. Хорошо. Я и на это согласен. Ты встречаешься с этим типом? Шантажируешь меня? Да что ты за мерзавка такая? Хорошо, я сделаю все, что ты хочешь. Только после этого держись от меня подальше. Держись подальше, предупреждаю. Что ты за подлая женщина? Хорошо, хорошо. Я куплю тебе эту машину. Но только на этом все. Слышишь? Больше ничего не проси, ясно? О, Аллах, о Всевышний, помоги мне. Алло, Беляль, это я, тетя Ипек. Послушай, дядя Осман выехал из дома. Сообщи мне, во сколько он приедет, во сколько и куда уедет, хорошо? Послушай, с ним что-то происходит, поэтому будь внимателен, хорошо? Конечно, конечно, Шефик. Нужна подержанная машина, но должна быть в хорошем состоянии, чтобы потом не пришлось с ней возиться. Слышишь? Хорошо, уладь все сам. Буду ждать новостей. Подожди, подожди, я отвечу. Алло? Да, Шефик. Хорошо. Отлично, отлично. Хорошо, я скоро приеду и посмотрю. Хорошо, до встречи. Я ухожу, у меня дело. Пока. Тетя Ипек, дядя Осман только что уехал. Он с самого утра говорил о какой-то машине. Разговаривал с продавцом машин Шефиком. Сейчас едет к нему. Хорошо, Беляль. Спасибо. Молодец. Машина, значит. Алло. Мама, кажется, Осман хочет купить мне новую машину, чтобы я его простила. Хорошая новость. Видимо, он решил исправиться. Взялся за ум. Ты тоже. Не дави на него, ладно? Он любит тебя и не хочет потерять. То есть я должна принять подарок и молчать, мама? А что еще ты можешь сделать? Ипек? Какая ты сегодня красивая. А я разве не всегда красивая? Дорогая, ну, разумеется, ты всегда красивая. Но сегодня особенно. Спасибо. Вай, вай, вай. Что я вижу? Что это? Мы что-то празднуем? Ты скажи. Неужели я забыл о нашей годовщине свадьбы? Нет, Осман. Сядь. Ну, чем ты сегодня занимался? Да все как обычно. Ничего особенного.
Здравствуйте. Здравствуй, дочка. Отец Салих, если позволишь, после школы я пойду на курсы по вождению. Хочу получить права, поэтому записалась на курсы. Дочка, я понимаю, что тебе трудно ездить на работу. Но сейчас я не могу купить тебе машину. Подожди немного. Мне пока не нужна машина. У Мелех есть машина. Она не умеет водить. Уже давно стоит у ворот. Я временно возьму ее. Буду отвозить и забирать ее с работы. О, Аллах. Ну а зачем она ее купила, раз не ездит на ней? Она принадлежала ее тете. После смерти она завещала ей. Но она как-то не смогла к ней привыкнуть. Хорошо, дочка. Хорошо, спасибо.